Следующее слово представляет Сергею Николаевичу. Вот один из серьезных вопросов, это вопрос, связанный с ценой земли в Саратовской области. Речь идет о том самом земельном налоге, прежде всего. Вот посмотрите, у нас речь идет об импортозамещении. Вопрос идет о том, что в общем, в кризисе должны люди выживать собственным трудом. И именно под этот момент сейчас огромные налоги на приусадебные участки, на дачные участки и на те земельные участки, на которых вообще человек трудится себе картошку там на зиму и все прочие овощи. На мой взгляд, на самом деле чистейшее вредительство, если так говорить в сегодняшней обстановке, это происки американского империализма. По-другому назвать это невозможно. Где не встречаясь с людьми, когда она мне говорит, бабушка, ну а мне он зачем это приусадебный участок, если я буду за него платить, значит, налог, который больше, чем моя пенсия. Что за оценки такого? Как прихрущили налоги на цель. Совершенно верно. Я как раз хотел провести параллель с волюнтаристским, значит, вот этим ходом Хрущева, после которого мы начали закупать зерно вообще. Совершенно справедливо. Считали каждый, значит, смородинку, значит, и каждую курицу. Вот сегодня, вот, на мой взгляд, это совершенно вредитель, который происходит. Вот с экранов идет, значит, речь о каком-то импортозамещении, о каком-то, значит, поддержки со стороны государства, непонятно кого, а на самом деле люди сегодня получают просто удар под дых, по-другому, так сказать, я сказать не могу. Это вместе, уже не говоря о вопросах, связанных, так сказать, с управлением собственного жилья и с теми, значит, проблемами, которые опять государство спихнуло на нас с вами, прежде всего на людей. Я считаю, это будет очень серьезным вообще проблемой. Просто хочется напомнить, что ведь партия коммунистическая чем отличается от других политических партий на небосклоне? Тем, что она вот эти вот вопросы заранее 10-15 лет, вот как только начинают о них говорить, мы уже говорили о том, что из этого выйдет, что из этого получится, что это делать ни в коем случае нельзя. Мы говорим о том, что, наоборот, в эпоху кризиса надо снять нагрузки, вот, особенно с дачных участков, с приусадебных участков, с тех веществ, которых, так сказать, живет человек. Все это покрывается тем, что необходимо наполнять местный бюджет.